Итак, представьте, загородная трасса, где-то в лесу, киллер подбирает пафосную фразу, чтобы убить своего клиента. Вот и кончилась свистопляска! Слушай, какая-то тупая фраза. Ну да, туповато. Я не хочу умирать после таких слов, давай что-нибудь поинтереснее найдем. Странно, да, сейчас, ладно. По делам тебе, Олег! Погоди. Мне так мама говорила, когда я на себе варенье проливал. Давай что-нибудь поинтереснее найдем. Знаешь, у меня тоже не так все хорошо с этим. Я на прошлой неделе чувака убил, знаешь, что я ему сказал? Вот те и вот. Всю неделю ходил, вот те и вот, как дурак. Да, слушай, я знаю, кому позвонить, спросить сейчас. Алло, мам, привет, а подскажи какую-нибудь фразу легендарную, а? Какая гадость это ваша заливная рыба? А пожестче есть, мам, что-нибудь? Пожестче. Тепленько пошла. А из других фильмов, мам, ты знаешь вообще фразы, нет? Все, я перезвоню, ладно. Слушай, я что подумал, может, не обязательно вообще что-то говорить? Может, ты, я не знаю, ну, как-нибудь посмеешься злобным прям. Точняк, давай. Слушай, я так не могу, может, ты что-то смешное мне скажешь, а я, ну, как-то злобы добавлю уже. Давай. Давай. Пиписька. Может, поинтереснее как-то, я не знаю. Давай анекдот. Анекдот, давай. Ага. Сейчас. А, во, хороший. Давай. Короче, собираются как-то американец, немец и русский. Американец такой говорит, у меня две виллы и две любовницы. Немец такой говорит, у меня три виллы и три любовницы. Русский такой лоб почесал, говорит, ребятюш, я вас, конечно, обманывать не буду. Виллы у меня одни, но пёхаю я всю деревню. Блин. Не смешно? Да я концовку знал просто, понимаешь, и думал, слушай, может, другая какая. Слушай, мне кажется, это какая-то вообще не твое. Что значит не мое? Ты думаешь, это так легко? На, попробуй. Да легко, давай. Думаешь, держи. Вот тебе пистолет, давай, попробуй. Так. А? А-а-а. Вот тебе и вот после этого, а-а. А-а. Вот и кончилась свистопляска. А-а-а! Ты меня обманул! Если решил стрелять, стреляй. Вот! Да? Шастун и Макар сделали свою ставку и показали домашнюю заготовку.